Сегодня у нас очень веселый челлендж. Название мы ему не придумали, так что пишите в комментариях, как бы вы назвали этот челлендж. Нам для этого понадобилось 7 шариков. В шариках разные наполнители. Ребята приблизительно знают, что там находится. Каждый шарик пронумерован, и у нас есть эти номерочки отдельно на листиках. Ребята будут тянуть бумажку, вытягивать номерок свой. Артём вытягивает листик с номером. Вытягивай. Так, что, какой номер тебе попался? Какой? Никакой. Чудеса. А вытягивай еще один номерок. О, вода! Значит, номер один. Илья берет шарик. Послушайте меня, подождите, Илья берет шарик, вставай, Илья. И над головой чуть-чуть повыше. Лопает иголочкой этот шарик. Ну как? Помылся? Ну вот, мы освежились. У нас плюс 32, и поэтому замечательно водичка пошла Артему. Вот татуировка. Тягивай свой номерок. Можно любой, да? Любой. Ты только не подглядывай, какой номер. Просто тяни. 5. Номер 5. Значит, ищем шарик номер 5. У нас шарики пронумерованы все. Мы не рассказали, что у нас еще кроме воды в шариках есть. У нас есть сырое яйцо. Фу, я не знала. У нас есть лепестки. Вот, лепестки 5. У нас есть лепестки. У нас есть слизь, мука, конфеты. Мука? Блин, не хочу. Так, все, теперь Артем. Да. Нашли шарик под номером 5. Лопай. О, круто! Илюха весь в лепестках. Так, Илье везет. Теперь очередь тянуть Артема. Артем. Как повезет, номер 2. Шарик под номером 2. Так, ищем, ищем шарик. А я вижу, это желтый. Желтый, да, желтый шарик. Вставай. Вставай. Ну, проверим сейчас. Вон, мокрая мука. Смотри в камеру. Ну, 3-4. Артём, ты теперь весь белый. Покажись. Ну, тебе Артём сегодня везет. Так, теперь, ну что, давайте тянуть дальше. Так, я тяну. Тот номер, который тебе попадется. 4 конфетки! Откуда ты знаешь, там конфетки? Я увидел. Но еще не здесь рассказал. На. Все. Лопни. Раз, два, три. Да, конфетки! Можно? Покажите. Конфетки будем кушать потом. Давайте мы посмотрим, что за конфетки. Пэтс. Пэтс. Конфетки Пэтс. Сегодня нам Илюхе везет. У Артема вообще супер. Сначала вода, а потом мука. Номер 6, да? Вот 6. Номер 3. Тебе номер 6 надо? Нет, 3. Номер 3? Вот это. Так, номер 3. Так, Артем, ну тебе повезло. Илья, бери. Илья, бери шарик. Артём, садись, приготовься. Я боюсь. Приготовься. Ну, поехали.
это, Артём? Что это? Это яйцо, Артём. Не бойся. Посмотри на меня. У тебя полный комплект. Не бойся. Я их перемешаю. И семерка. Семерка. Так, не говорите. Артём, держи. Потом иголку положи. Помнишь, в миску? Всё, давай. Тик-ток! О, мне повезло! Ты с братом поделишься? Мне повезло! Так, заберите конфеты в мисочку все. И продолжим. У нас остался последний шарик. Мы решили, раз у Артёма сегодня особенный день и все прелести жизни у него на голове, то шарик последний мы все-таки высыпем на Илью. Что это такое? Слизь. Какая ты красивая. Слизь. Ну, снимай. Ой, классно. Вот такой летний челлендж у нас сегодня получился. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Lucky Boys. Пока-пока! Пока-пока!